Рустам Миниханов обращался к Медведеву по поводу низких цен на молоко. Вот какой-то эффект эта просьба возымела? То есть есть ли какие-то новости по этому? Поддержка, может, других глав регионов, наверное, тоже после выступления Рустама Григорьевича? Ну, они и до его выступления эту поддержку мы имели, потому что это проблема не только Татарстана. У нас сейчас это во всей стране проблема очень серьезная. И говорить об ее актуальности сейчас, наверное, смысла никакого нет, все же понимают. Просто было подготовлено обращение, да, в адрес Дмитрия Анатольевича и Медведева от нашего президента. Это обращение было передано, проблема эта была озвучена. Дмитрий Анатольевич дал поручение Дворковичу о том, чтобы рассмотреть, значит, возможность внедрения мер по разрешению этой ситуации. Поэтому просьба наша услышана была, и сейчас мы полагаем, что на федеральном уровне будут какие-то проводиться мероприятия, связанные с разработкой таких мер. Мы, как республика, готовы тоже принять участие в разработке этих мер, то есть подумать, как это можно сделать, как решить эту проблему. То есть не только ставить проблему, но и предлагать какие-то варианты решений.